Во Владимире столкнулись две легковушки и карета скорой помощи. Авария произошла около 16:00 на улице Безыменского. Как сообщают очевидцы, ВАЗ-99 модели закрутило на дороге из-за снежной каши. Водитель не справился с управлением и вылетел навстречку. В результате отечественная легковушка столкнулась с иномаркой Kia и машиной скорой помощи. Все транспортные средства получили механические повреждения. По предварительным данным госавтоинспекции, в аварии пострадало 5 человек. В результате ДТП водители двое граждан, находившихся в автомобиле скорой помощи, а также водители автомобилей Kia и ВАЗ, доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.